Уже через два дня на этом участке дороги начнется масштабная реконструкция. Первое, что ждет улицу Пионерскую – расширение проезжей части. Добавятся еще по две полосы с каждой стороны улицы, на перекрестках светофоры. Во-вторых, будут благоустроены тротуары, появятся велодорожки. Плюс мы, если ехать от Московской по Пионерской, то по левой стороне у нас сейчас нет освещения наружного вообще. На Пионерской улице будем ставить там освещение. Ну, уже понятно, что будем применять светодиодные лампы, разметку пластик холодный. То есть уже будем делать, ну, такую хорошую, красивую европейскую улицу. Также в ходе реконструкции планируется изменить организацию движения транспортных средств напротив заправки «Славнефть». Позаботились о проектировщике и о водителях автобусов. Трасса будет максимально удобна для маневров. Касаемо подземных коммуникаций. В ходе ремонта водопроводная и канализационная сети будут заменены. Подвергнутся реконструкции электрические коммуникации. Всего на вторую очередь ремонта улицы Пионерской выделено порядка 46 миллиардов рублей. Подчеркнем, эти деньги получены от дорожно-транспортного сбора за допуск водителей к участию в дорожном движении. Это улица, ну, одна из нескольких, которая является продолжением транзитного участка республиканских автомобильных дорог. То есть это выход, получается, связывает Ковельское направление и Каменецкое. Транзитная улица, поэтому под нее эти деньги. Сегодня перед всеми ответственными службами за реконструкцию улицы Пионерской стоит задача – закончить ремонт до 1 сентября. Поэтому работать дорожники и коммунальщики планируют все лето.